Появление коричневых пятен на листьях антуриума – явно плохой признак. Необходимо придерживаться определенных условий по восстановлению для того, чтобы вернуть растению прежнюю привлекательность. В сегодняшней аудиостатье мы детально рассмотрим базовые потребности антуриума, а также что именно влияет на то, что появились коричневые пятна на листьях, и что в таком случае делать. Если тема остается для вас по-прежнему актуальной, продолжайте слушать. Антуриум – это растение совершенства. Растение семейства ароидных и давно пользуется популярностью в качестве домашнего цветка. Исконное место обитания пленительного растения – субтропические регионы Африки, а также Аргентина и Парагвай. Антуриум сохранил свои предпочтения в уходе, навеянные средой естественного обитания. Как же ухаживать за антуриумом? Базовые правила ухода за антуриумом в домашних условиях направлены на продолжение жизни цветка, сохранение его привлекательного состояния. Среди многочисленных достоинств растения нашлись и недостатки. Незащищенные от негативного воздействия листья, частые болезни антуриума, которые локализируются именно на них. Одна из основных проблем ухода за антуриумом – это проследить, как листья растения будут развиваться и как бы они ни заболели. Они или закручиваются, или желтеют, а затем опадают, или же покрываются непривлекательными коричневыми пятнами. Если у антуриума появились коричневые пятна на листьях, что делать? У каждого цветка возникает вполне логичный вопрос, что делать, если на листьях антуриума появились коричневые пятна? Ответ прост. Как только заметили первые признаки болезни, то есть коричневые пятна, как симптом, сразу же начинайте применять лечение. Не ждите, что они пройдут сами собой, поскольку такого рода изменения свидетельствуют о двух возможных проблемах. Неправильный уход за растением и, как следствие, появление дисбаланса каких-то веществ, либо грибковое заболевание и воздействие паразитов. Переувлажнение почвенной смеси антуриума, регулярные перепады температур, нарушение освещения могут повлиять на самочувствие растения. Оно начинает болеть, покрываться пятнами и будет наблюдаться общая слабость. Что делать, если коричневые пятна на листьях антуриума вызваны именно нарушением ухода? В данном случае необходимо определить причины, что мы сделали, которые повлияли на состояние цветка, а затем устранить их. Например, антуриум не любит колебаний температур. Старайтесь держать температуру на одной отметке. Почва регулярно пересыхает. Увеличьте регулярность полива или же объем. Когда проблема приобретает другой характер, например, бактерии, грибки, вредители, методика ухода также иная. Антракноз лечится фунгицидами. Клещ или мучнистый червец, либо щитовка, септориозом в качестве профилактики или на стадиях мыльный раствор. От ли можно избавиться с помощью настоя табака, но также помогает и прокуривание растения. Также карбофос спасает растения от появившихся коричневых пятен вследствие грибковых заболеваний. Дальнейший уход за антуриумом после выведения коричневых пятен должен быть направлен на восстановление нормального состояния растения путем регулировки полива и подкормок. Не забывайте постоянно следить за самочувствием антуриума, чтобы избежать рецидива заболеваний, которое вызвало появление коричневых пятен на листьях.